Здравствуйте. Вот сегодня у нас в гостях вот такой вот чемоданчик. Значит, мы потом посмотрим, что там внутри. Значит, что тут такое снаружи видно? Надпись «ГЛАЗ». Производство фирмы «Сименс». Вот сверху еще там всякие на немецком языке этикетка. Ну, как видите, верхняя ручка у него, к сожалению, оторвана. Он уже достаточно старый. Вот, сбоку у него находятся такие вот защелки и ручки для переноски, потому что он достаточно тяжелый. Ну и практически сломаны все запирающие замки, но это не важно. То есть сбоку ручки приделаны крепко, и за них можно совершенно спокойно этот чемоданчик носить. Так, сейчас мы заглянем, что там находится внутри. Вот сейчас мы откроем этот чемоданчик и увидим, что там внутри. Так, а вот что у нас внутри. А внутри у нас, если кто понимает, находится кинопередвижка 16-миллиметровая для демонстрации 16-миллиметровых фильмов. Ну вот, возраст этого устройства я не знаю, но я не думаю, что оно такое уж молодое, судя по внешнему виду. Но вот тут какие-то для хранения чего-то, я не знаю чего. Тут вот такая вот коробка. Коробка с бобинами пустыми. И одна у нас есть пустая коробка для фильмов, для перевозки фильмов. Что-то написано тут по-немецки, но это понятно. Zeiss Iron. Вот это производство, наверное, Zeiss. Вот. Сейчас мы достанем, собственно, сам этот, саму кинопередвижку и на нее посмотрим. Итак, вот внутри у нас вот такая вот кинопередвижка. То есть раньше, ну, кинотеатры были только, как известно, в больших городах, а в сельской местности кино показывали. Приезжали туда кинопередвижки. Почему я купил эту штуку? Значит, вот она мне попалась, такая немецкая штука. Купил я ее больше 10 лет назад в коллекцию. Обошлась она мне тогда, по тем временам, я думаю, меньше 100 евро. Точно, вот. Сейчас уже не помню, но что меньше 100 евро, это точно. И купил я ее, потому что она у меня вызвала детские ностальгические воспоминания. Я как-то был летом у дедушки с бабушкой в поселке, и к ним приезжала кинопередвижка, и там прямо на полянке натягивали такой типа экрана, или просто, я уж не помню, это был, я был совсем мелкий. Вот, люди приходили со своими стульями и показывали кино. Ну, конечно, нас малолеток тогда не особо туда пускали. Но я запомнил, что один раз привезли такой замечательный фильм про кукурузу. Вот, «Царица полей». Я нашел этот мультфильм. И потом покажу вам фрагмент, который вызвал у местной детворы наибольший, так сказать, восторг. А именно это песня «Сорняков». И на следующий день вся мелочь деревни напевала эту песенку. Ну, давайте теперь взглянем поподробнее на эту кинопередвижку. Так, значит, первое, открываем верхнюю, значит, для одной бобины. И вот с другой стороны есть такая же штучка для другой бобины. Вот. Но ведь она тут, часть ножек утеряна, она поэтому не очень хорошо стоит. Вот, значит, бобины одеваются. Я никогда ее не включал, даже не знаю, где находится приемная, где подающая находится бобина. Ну, в данном случае нам это с вами не особо принципиально, я так предполагаю. Вот. Не имеет никакого значения, мы ее не будем смотреть, это просто такая вот ностальгическая штучка. Но тут, видите, всякие переключатели на немецком языке, я
по-немецки не говорю, поэтому не очень хорошо понимаю. Но вот, наверное, это вот такой вот выключатель включения, я так предполагаю. Ну, у слова «шнель», я так предполагаю, это скорость. А это вот даже не знаю, что это такая за кнопочка. Дайте на них посмотрим поближе, а то так не очень хорошо видно. Вот я придвинул поближе эти кнопочки. Значит, я так понимаю, что это включение-выключение. Как я уже сказал, предполагаю, что это скорость. Ну, а это что-то еще переключает. Ну, если кто есть специалист в немецком языке, наверное, сможет понять, что тут, собственно говоря, написано. Так, теперь дальше. Значит, дальше мы сейчас заглянем вот сюда вот. Вот эта вот штучка открывается. Видите, вот так вот. И здесь находится у нас, скорее всего, да, еще и задняя часть открывается. Здесь, я так понимаю, у нас находится лампа. Вот, видите, здесь у нас лампа. Вот, а если мы, значит, повернем, то я так понимаю, что это какой-то нагревательный элемент такой керамический. Я, правда, не очень хорошо знаю, зачем этот нагревательный элемент. Опять же, не специалист. Здесь вот амперметр, ток показывает горелый. Это тоже какой-то такой, значит, переключатель. Не знаю для чего. Написано, что для лампы. Чего для лампы, не знаю. Так, тут вот у нас с вами механизм. Видите, передача у нас с вами такая вот цепочная. У этого, значит, агрегата. Вот. Тут тоже какие-то есть регулировки. Что они делают, я не знаю. Вот. Это крутит. Это, наверное, для ручной подачи пленки. Вот. Еще тут даже смазка кое-где осталась старая. Как и сюда заправлять пленку, я, честно говоря, тоже не изучал этот вопрос. Даже, видите, сохранилась лампа, объектив Siemens. Здесь регулировка резкости, это, так сказать, понятно. А здесь вот, собственно, как-то вот так вот сюда заправляется пленка. Но как это происходит, я не знаю, потому что и фильма у меня такого 16-миллиметрового нет. Еще я когда-то купил другой еще, тоже неисправный, но современный, более современный 16-миллиметровый кинопроектор. Пока не буду его искать, не знаю, где он лежит. И он потом тяжеленный страшно. Если он где-то далеко у меня засунут, то уже мне и выковыривать его не сильно охота. Ну вот на этом как бы такой вот кратенький обзор. На этом все. И в заключение я вам все же позволю показать себе фрагмент этого знаменитого мультфильма «Царица полей». И ту самую включу тот фрагмент, где исполняется та самая песня, которая потом распевалась всей детворой поселка. Вот почему-то в детстве нам нравится всякое такое вот хулиганство. Ну, наверное, это закономерно. Мы были маленькие, смешливые, нам все было по приколу. Все, спасибо на этом. До свидания и хорошего настроения. Ну и еще два слова. Я очень долго не снимал обзоры, потому что был сосредоточен на оцифровке пластинок. Но понял, что надо иногда прерываться, отрываться от оцифровки пластинок и заниматься чем-нибудь другим. Вот поэтому я постараюсь для вас показывать некоторое время различные обзоры. Спасибо вам большое, до свидания и всего хорошего. Хлеборубы нас не уважали. Мы себя повсюду сеем, что блинтяем, ротозеем. А на полях осталась отруха. Мы красавцы.
все ростом велики. Бравые ребята сорняки, мы овес пшеницу сгложим. Кукурузу уничтожим. А на полях